Привет, девчонки! Сегодня решила снять видео о данном продукте. Это гель-скатка от компании Libliderm. Он заявлен здесь для глубокой очистки лица с экстрактом ромашки. То, что в этом препарате, в этом гель-скатке содержится молочная кислота, которая, собственно говоря, и производит чистку вашего лица. Так как сейчас очень сильно популярно, наверное, стало пользоваться кислотами. Девочки, что могу сказать? Это туба, здесь 75 мл. Она такого, знаете, вот такого вот цвета, прозрачно-белого. Ой, фу. То есть это такой, знаете... Ну, не знаю, вот сказать, что это гель-скатка какая-то, вот то, что я раньше пользовалась, она на это не похожа. Но все же, я взяла попробовать, думала, вот все, вот это рыба моей мечты. Девочки, состав здесь, конечно, очень печальный, так как на 6-м и 8-м месте присутствуют те вещества, которые заявлены на коробочке. То, что здесь молочная кислота и экстракт ромашки, который должен успокоить вашу кожу, а молочная кислота очистить ее. То есть... то, что будет, собственно говоря, пилинговать вас. Но, так как это на 6-м и 8-м месте, впереди идет достаточно очень серьезные такие препараты, на которые, возможно, у меня и пошла реакция. У меня реакция была не совсем приятная, это было не просто покраснение, раздражение какое-то минимальное, у меня были очень достаточно, простите за выражение, гнойные прыщи, которые не просто вылезли, да, такими гнойничками, они перебаливают. В данный момент времени вот я... Два раза, точнее, один раз я им попользовалась, и уже, наверное, недели полторы я занимаюсь тем, что я лечу свою кожу. Девчонки, этот продукт, он недорого стоит, и достаточно бюджетно на сегодняшний день, в пределах 300 рублей его можно приобрести. Но что он делает с вашей кожей, это, ну вот у меня лично сработало так, что, я не знаю, девочки, сейчас пользуюсь всеми в данный момент времени я пользуюсь всеми такими, знаете, спасающими препаратами, чтобы просто восстановить свою кожу. Мне то, что сейчас происходит с моим лицом, я не могу даже пользоваться декоративной косметикой. Я не могу сказать, что это какая-то антиреклама идет от моей стороны, либо еще что-то. Я просто хочу вас предостеречь. И если вы все-таки надумаете приобрести этот продукт, вы лучше уж возьмите пробничек, спросите в аптеке, может быть, вам предоставят. Может быть, на вашей коже она сработает лучше. Но со мной вот этот пилинг-скатка сыграл в такую жестокую, знаете... Так жестоко со мной обошелся, что сейчас мне очень-очень печально. Хотя это идет уже белорусская косметика. К белорусской косметике я отношусь достаточно тепло. Я пользуюсь, как вы уже видели, с пустых баночек. Я очень сильно люблю их уход за волосами. Но вот уход за лицом – это просто дурдом. Девочки, пожалуйста, будьте внимательнее при выборе данного продукта. Может быть, вы что-то другое подыщете. А если все-таки думаете взять это, лучше возьмите пробник, чтобы вы посмотрели, как работает на вашем продукт на вашем лице. Девочки, если будет возможность, то, конечно, попробуйте вначале пробник, а потом полноразмерку, чтобы просто не было такого опыта плачевного, как у меня. И, наверное, не на очень позитивной ноте хочу вам сказать всем пока-пока, до скорых встреч. С вами была ваша Ира. Оставайтесь всегда такими же красивыми, любимыми. И будьте внимательны при выборе данной продукции. И вообще, удачных покупок всем. Пока-пока.